Храм Иова Многострадального относительно молодой. Строить его закончили в 2013 году. Необходимость реконструкции связана с тем, что помещение уже не способно вместить всех прихожан, которые приходят сюда на службу. И вот в воскресные праздничные дни прихожан бывает даже до 300 человек. И прихожанам приходится стоять на улице. Сейчас храм вмещает 150 человек. После завершения работы одновременно в нем смогут находиться 500-600 верующих. Реконструкция храма предполагает его расширение на восток. Будет пристроен молельный зал площадью более 160 квадратных метров и алтарь площадью 45 квадратных метров. Фундамент уже залит, началась установка деревянных брусьев. Остальные работы пройдут в несколько этапов. Сборка сруба до конца, сборка крыши под ключ, сборка крылечек под ключ, сборка шатра и сборка куполов. Высота пристроя по проекту около 20 метров. Храм, как заверил его настоятель, полностью делается на пожертвования горожан и благотворителей. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.